Роберт, ты что там кушаешь? Ягоды? Сколько уже съел? Много? Тебе очень нравится есть кислые ягоды. Ну, слегка-слегкодоватые, наверное, даже. Смотри, Роберт, ты уже пол ведра съел. Крыжовник. Ой, какой вкусный. Возьми еще. Что я там увидел? Ну, бери. Вкусно очень. Сколько ты уже съел? Много? Мне кажется, съел штучек 10 точно. Наверное, даже больше. Вкусный крыжовник. Кислый, но тебе нравится. Крыжовник. Да. Вкусно. Ягода крыжовник. Малыш Роберт очень любит есть крыжовник. На, возьми. Нет, опрокидывать зачем? Не надо.